How to make anyone fall in love with you. Lail Laundis, Chapter 18, Step 2, Empathy. I can identify with that. As your quarry is speaking, the next step is for you to imply rapport. Let your quarry know you understand and agree with what he or she is saying. Accomplish this by sprinkling noises or phrases of empathy, understanding and sympathy, and occasionally your quarry's name throughout your conversation. Как влюбить в себя любого? Лейл Лаундес. Глава 18. Шаг 2. Сопереживание. В скобках эмпатия. Я согласен с этим. Когда ваша добыча говорит, ваш следующий шаг состоит в том, чтобы выражать понимание и согласие. Пусть ваша добыча знает, что вы понимаете ее и соглашаетесь с тем, что он или она говорит. Достигайте этого при помощи звуков и фраз одобрения, понимания и симпатии. Иногда используя также имя вашей добычи на протяжении всего разговора. You can make simple sounds such as hum, or a purring, or you can mouth supportive phrases like, I can understand how you felt. I can't identify with that. I sympathize with you. I can imagine. Or I'd have done the same thing in your shoes. Use your quarry's name at well-timed moments. It punctuates the conversation and serves as a potent empathizer. Вы можете издавать простые звуки вроде «угу» или «ага», или в ответ что-нибудь мурлыкать себе под нос. Вы также можете использовать фразы для поддержки вроде «могу представить, что ты чувствовала», «я согласен с этим», «я тебе сочувствую», «я представляю» или «на твоем месте я бы поступил так же». Используйте имя вашей добычи в подходящие моменты. Оно должно периодически нарушать ход беседы и служить убедительным знаком внимания. Here is a conversation slightly exaggerated, which employs empathizers
and well-timed use of your quarry's name. Let's say you are discussing tennis with a potential love partner to whom you've just been introduced at a party. Вот пример беседы, немного преувеличенный, который содержит примеры сопереживания и своевременное использование имени вашей добычи. Предположим, что вы обсуждаете теннис с потенциальным любовным партнером, которому вы были только что представлены. Quarry. No, I haven't played tennis in years. I love tennis, but I broke a couple of fingers in a car accident. You. Oh, that's heartbreaking. In brackets, empathizer. You must miss tennis a lot. In brackets, another empathizer. Quarry. Yeah, I really do. I used to play every week. Добыча. Нет, не играл в теннис много лет. Я люблю теннис, но я сломал себе два пальца в автокатастрофе. Вы. О, это большое несчастье, в скобках сопереживание. Вы, должно быть, сильно скучаете по теннису, в скобках еще сопереживание. Добыча. Да, действительно, я привык играть каждую неделю. You. Oh, I understand how you feel. In brackets, empathizer. It's awful to want to do something so badly and not be able to. Have you found anything to replace your tennis? Quarry. As a matter of fact, yes. Now I do a lot of inline skating and I love it, especially the speed. You. Oh, that's great, John. In brackets, using your quarry's name. I can identify with that because I love speed, too. In brackets, more empathizers. Вы. О, я понимаю, что вы чувствуете. В скобках сопереживание. Это ужасно, хотеть делать что-нибудь так сильно и не иметь такой возможности. Вы нашли что-нибудь, что заменило бы вам теннис? Добыча. Кстати говоря, да. Сейчас я много катаюсь на коньках. И мне это нравится, особенно скорость. Вы. О, это замечательно, Джон, в скобках, использование имени. Я согласна с вами, поскольку я тоже люблю скорость, в скобках, еще сопереживание. Obviously, you would not use empathizers in nearly every sentence, as the over anxious hunter, above did. In moderation, however, powdering your conversation with them soothes your quarry's ego and makes him or her want to tell you more.
Очевидно, вам не надо выражать сопереживание почти в каждом предложении, как это делала в этом примере чересчур озабоченная охотница. Однако употребление сопереживания в разумных пределах смягчит и утешит это вашей добычи и утешит эго вашей добычи и заставит его или ее рассказать вам больше. A word of warning. You do not want to come across as a fawning supplicant. Good body language is your insurance policy against that. Be sure to maintain your own poise and assured body position while you empathize with your quarry. Небольшое предостережение. Вы не должны выглядеть как унижающийся проситель. Хороший язык тела – ваша страховка от этого. Когда вы сопереживаете вашей добыче, будьте уравновешенными, поддерживайте самообладание и примите уверенную позу. Technique number 33. Employee empathizers. Sprinkle empathetic phrase throughout your conversation with your quarry. Dust your first discussion with phrases like, I see what you mean. Yes, you were right. I can relate to that. And the all-time favorite. I understand. Прием номер 33. Используйте сопереживание. Во время беседы с вашей добычей роняйте фразы сопереживания. Включайте в ваш первый разговор такие фразы, как «Я понимаю, что ты имеешь в виду». «Да, ты был прав. Могу себе представить». И всегда подходящее «Я понимаю». Many men think early in a relationship they must impress their female quarry by telling her something wonderful, unique, interesting, or original about themselves. They try to captivate her with an interesting story, an amazing fact, hilarious joke. Even today, most men feel they must display more insights or show more knowledge to boost their status in a relationship. Многие мужчины считают, что в начале отношений они должны поразить свою добычу, рассказав ей что-нибудь чудесное, удивительное, интересное или оригинальное о себе самом. Они пытаются очаровать ее увлекательной историей, поразительным фактом, эффективной шуткой. Даже сегодня многие мужчины считают, что
им следует продемонстрировать больше проницательности и знания, чтобы повысить свой статус в отношениях. No, gentlemen. Early in a relationship, it is more effective by far to show empathy with her if your goal is to have her love you. Traditionally, women are not accustomed to having the focus on themselves when they are talking with a new man. Your quarry will find you very special if you keep the spotlight on her. In brackets, don't worry, gentlemen, you will have your chance to shine. A woman's instinct is to turn the warm rays around to you. Нет, джентльмены, в начале взаимоотношений немного более эффективным было бы продемонстрировать сопереживание с ней, если ваша цель состоит в том, чтобы она вас полюбила. Традиционно женщины не привыкли фокусировать внимание на себе во время разговора с новым мужчиной. Ваша добыча сочтет вас особенным, если вы будете держать ее в центре внимания, словно в луче прожектора. В скобках, не беспокойтесь, джентльмены, у вас еще будет возможность самому предстать перед ней во всем блеске. Инстинкт велит женщине вернуть теплые лучи внимания вам обратно. In a new friendship, the smallest detail about their own lives is more interesting to most people than the most fascinating aspect of yours. That may change as you become more intimate friends. But for the moment, your quarry will find you more interesting if you concentrate on him or her. В начале отношений для большинства людей самая незначительная деталь из их собственной жизни оказывается намного более интересной, чем самый удивительный факт из вашей. Это может измениться, когда вы станете более близкими друзьями, но вначале вы покажетесь вашей добыче интереснее, если сосредоточитесь на нем или на ней. Technique number 34. Keep the spotlight on your quarry. Think of your conversation with your quarry as the giant spotlight. Every time it is shining on your quarry, he or she is engrossed. If the spotlight revolves around to you or is aimed at someone or something else, your quarry will find the conversation, in brackets, and therefore you, less interesting.
Прием номер 34. Держите вашу добычу в центре внимания, словно в луче прожектора. Представьте беседу с вашей добычей в виде луча огромного прожектора, который постоянно направлен на текущий предмет разговора. Каждый раз, когда он направлен на вашу добычу, она находится в центре внимания. Когда прожектор поворачивается к вам или направлен на кого-нибудь или что-нибудь еще, ваша добыча теряет к беседе, в скобках, и, следовательно, к вам, свой интерес. Lovers share intimate details. Everyone is the star of a novel called My Life. Everybody feels I'm special, and everything I do is memorable. Here's the key. People find others who share their opinion irresistible. Влюбленные делятся интимными подробностями. Каждый человек является главным героем удивительного романа под названием «Моя жизнь». Каждый чувствует, я особенный, и все, что я делаю, достаточно достойно внимания. В этом все дело. Каждый человек ищет того, кто будет считать его мнение неопровержимым. I grew up reading Nancy Drew novels. Nancy was the young detective heroine whose life was so exciting, so glamorous, so romantic, so everything my teenage life wasn't. Each book in the series began melodramatically. Nancy, her long hair flowing in the wind, raced across the moors, sensing something was every at Grandmother's house. Вау! Я воспитывалась на романах про Нэнси Дрю. Нэнси была молодой героиней детективов, чья жизнь была такой волнующей, такой чарующей, такой романтичной, такой, какой моя подростковая жизнь никогда не была. Каждая книга в этой серии детективов начиналась мелодраматически. Нэнси, длинные волосы которой развивались на ветру, мчалась через болото, чувствуя, что в доме ее бабушки что-то не так. Вот это да! In my daydreams, I wrote novels about my life. Lale, her braces gleaming in the sunshine, bounded into the house smelling that mother had let a pot boil over on the stove.
Well, my turning of the stove was not such a big feat as Nancy Drew's bounding off to solve a crime, but it was my life, therefore exciting to me. В своих мечтах я писала романы о своей жизни. Лейл, чьи браслеты сверкали в лучах солнца, неудержимо рвалась домой, чувствуя, что мама оставила на включенной плите кастрюлю с супом. Что ж, выключение плиты и спасение кастрюли было не таким большим подвигом, как раскрытие преступления детективом Нэнси Дрю. Но это была моя жизнь. Следовательно, она была интересной для меня. Everyone feels the same way as your quarry is brushing his teeth in the morning. He is faced with a momentous decisions like what to have for breakfast, which shoes to wear today, or whether to take time to floss or not. Каждый из нас чувствует то же самое, когда ваша добыча чистит зубы утром. Она сталкивается с ежеминутными решениями. Что съесть на завтрак? Какие ботинки надеть сегодня? Взять ли зубочистку или нет? Husbands, wives, and lovers share their minutiae. What do you want for breakfast, honey? You are not going to wear those shoes, are you? Did you remember to floss? Мужья, жены и влюбленные делятся подобными мелочами друг с другом. Что ты хочешь на завтрак, дорогой? Ты же не собираешься надеть эти ботинки, не так ли? Ты помнишь про зубочистку? Obviously, when you meet a new quarry, you can't feign interest in what she had for breakfast, or whether he flossed or forgot, but you can create another immediate intimacy. Simply make a point to remember the intimate details of her life. Конечно, когда вы встречаете новую добычу, вы не можете демонстрировать интерес к тому, что она ела на завтрак или почистил ли он зубы, но вы можете немедленно создать другой вид близости. Просто приучитесь запоминать мелкие интимные детали ее жизни. Clever hunters cater to the quarry's craving to be a star through a technique I call tracking. Just like air traffic controllers track aircraft on the radar screens, clever hunters track the verbal traffic of their quarry. If in early conversation with your quarry,
he mentions he had rice crispies for breakfast, allude to it later. If in chatting she tells you she wore mismatched shoes to work one day, find a way to let the subject come up again later. It shows she's a memorable star in the galaxy of people you met. Over time, such trifling pebbles meld to form rocks of интимности. Умные охотники удовлетворяют прихоти своей добычи, умело подыгрывая ее детской мечте стать кинозвездой с помощью приема, который я называю слежением. Как авиадиспетчеры следят за движением самолетов на экранах радаров, так и умные охотники следят за потоком слов своей добычи. Если в начале беседы с вашей добычей он упомянул, что ел на завтрак рисовые хлопья, сошлитесь на это позже. Если во время разговора она обмолвится, что как-то надела на работу разные туфли, сделайте так, чтобы этот эпизод снова всплыл в одном из следующих разговоров. Это покажет ей, что она незабываемая звезда в галактике людей, которых вы когда-либо встречали. Через некоторое время такие мелкие незначительные камешки складываются в целые горы близости. As a relationship goes on, wise lovers keep a mental little black book of their quarries, last concern, last enthusiasm, last conversation. They keep track of where their quarry went, what their quarry said, and what he or she was doing since they last spoke. When they talk again, the first words out of their mouth, either on the phone or in person, refers to it. Joe, hi, how did your meeting go? How did your meeting go? Hello, Linda. Did your sister have her baby yet? So, Jim, did you survive that Zechuan restaurant you were going to last time we spoke? Diana, how's your toothache now? Пока отношения продолжаются, умные любовники держат в воображаемой записной книжке последние заботы своей добычи, ее последние восторги, последние беседы с нею. Они отслеживают, куда ходила их добыча, что их добыча говорила, что он или она делали со времени их последнего разговора.
Когда они будут разговаривать снова, первые слова, которые они произнесут, лично или по телефону, будут относиться к этому. Джо, привет! Как прошла твоя встреча? Привет, Линда. Твоя сестра уже родила? Ну, Джим, ты пережил обед в том... китайском ресторане, куда ты собирался пойти, когда мы говорили в последний раз? Диана, как теперь твоя зубная боль? Technique number 35. Tracking. Like an air traffic controller, track the tiniest details of your quarry's life. Refer to them in your conversation like a major news story. When you invoke the last major or minor event in anyone's life, it confirms what they've known all along. They are the leading character in that riveting novel, My Life. They will love you for recognizing their stardom. Прием номер 35. Слежение. Подобно авиадиспетчеру, отслеживайте мельчайшие детали жизни вашей добычи. Упоминайте о них во время вашей беседы как о серьезнейших событиях. Когда вы обращаетесь к последнему важному или малозначительному событию в чьей-либо жизни, это подтверждает, что вы знаете его или ее вдоль и поперек. Он или она главный герой захватывающего романа «Моя жизнь». Они полюбят вас за признание их ведущей роли. Пусть ваша добыча чувствует, что маленькие события в его или ее жизни являются важнейшими по отношению к вашей жизни. Let your quarry feel that minor events in his or her life are major concerns in yours. Пусть ваша добыча чувствует, что маленькие события в его или ее жизни являются важнейшими по отношению к вашей жизни. Lovers have private jokes. Here is another delectable way to milk your quarry's ego and squeeze out the first drops of love, even before it's suitable to give a full-blown compliment. У влюбленных есть свои личные шутки. Вот еще один чудесный способ
подоить эго вашей добычи и выжать из него первые капли любви. Причем сделать это еще до того, когда станет уместным делать полноценные комплименты. Happy intimate couples share private jokes. They whisper phrases in each other's ears that mean nothing to anyone in the world but themselves. У счастливых близких пар есть общие личные шутки. Они шепчут друг другу на ушко фразы, которые ничего не значат ни для кого в мире, кроме их самих. With no lengthy explanation, playwright Neil Simon can make an entire Broadway audience understand that two performers on stage are either married or long-time lovers. Simon has the performers exchange a few words which make no sense to the audience, then both of them crack up. The audience gets the message. These two people are an item. You can create a similar impression of intimacy with your new quarry. Simply find a private joke shared by just the two of you. Без всяких длинных объяснений драматург Нейл Саймон может дать всем зрителям на Бродвее понять, что двое героев на сцене женаты или уже долгое время являются любовниками. Саймон заставляет таких героев обмениваться несколькими словами, ничего не значащими для зрителей, но произнося которые, сами герои просто лопаются от смеха. Зрители получают послание. Эти двое – пара. Вы можете создать сходное впечатление близости с вашей новой добычей. Просто найдите личную шутку, которая будет понятна только вам двоим. Here's how to set it up. Whenever your new quarry is telling a story, either to you or to a group, remember some part of it that he or she obviously delights in. Then weave a phrase, a little joke that invokes your quarry's favorite part. Вот как это сделать, когда бы ваша новая добыча не рассказывала историю вам лично или группе людей. Запомните те ее моменты, которые явно доставляли ему или ей удовольствие. Потом постройте фразу, небольшую шутку, которая содержит в себе любимый отрывок из рассказа вашей добычи и при упоминании активизирует этот отрывок в ее памяти. Occasionally I go out with an English chap named Charles. When I first spotted Charles at a party, he was telling a group of friends about his hiking trip
in the mountains with several other men. A few hours into their expedition, Charles told us, they came upon a steep mountain covered with loose falling rocks. He and his mates did not want to scale the dangerous terrain, but of course none of the macho men, including Charles, would admit they were afraid. Когда-то я встречалась с англичанином, парнем по имени Чарльз. Когда я впервые заметила Чарльза на вечеринке, он рассказывал друзьям о своем путешествии в горы с несколькими другими мужчинами. Однажды, после нескольких часов подъема, как рассказал Чарльз, они подошли к крутому горному склону, покрытому подвижными осыпающимися вниз камнями. Он и его товарищи не хотели подниматься по опасному склону, но, конечно, никто из этих крутых парней, включая Чарльза, не мог признаться себе и своим спутникам в том, что они боятся или согласиться с этим. Charles happened to have a large thermos of hot tea in his backpack. As the brave hikers stood there gazing up at the peak, skeptically like frightened little boys, Charles made a suggestion. In his terribly British accent, he proposed, "Oh, do let's have a cup of tea first." Great idea. Everyone dove for a seat. As they squatted on the rocks, gulping tea, they planned an alternate, safer route. They planned an alternate, safer route. К счастью, в рюкзаке у Чарльза оказался большой термос с горячим чаем. Когда смелые скалолазы стояли, скептически глядя на вершину горы, как испуганные маленькие дети, Чарльз выдвинул свое предложение. Со своим ужасным британским акцентом он предложил: «О, давайте-ка выпьем сначала по чашечке чая». Отличная идея. Они уселись, сидя на корточках и прихлебывая чай, они разработали другой, более безопасный маршрут. Charles did not say it in so many words, but the unspoken point of his story was that he, Charles, had saved the day and possibly their lives by his line. "Oh, do let's have a cup of tea first." Charles
не акцентировал на этом внимание, но невысказанная мораль этой истории заключалась в том, что именно он, Чарльз, спас день и, возможно, даже их жизни своей фразой: «О, давайте-ка выпьем сначала по чашечке чая». Later on the party, Charles suggested the host turn on the television to catch the end of an English rugby game being broadcast that evening. Everybody at the party thought that was a terrible idea. I winked at Charles and said, "Oh, do let's have a cup of tea first." He cracked up. I think that was the first time he noticed me. Позже на этой вечеринке Чарльз предложил хозяину включить телевизор, чтобы узнать результаты матча по регби в Англии, которые показывали тем вечером. Все на вечеринке решили, что это была ужасная идея. Я подмигнула Чарльзу и сказала: «О, давайте-ка выпьем сначала по чашечке чая». Он засмеялся. Я думаю, тогда он в первый раз заметил меня. Technique number 36. Private joke. To create premature intimacy. Listen carefully while your new quarry is telling a story. Then pick out a phrase that he or she obviously relishes. Caption this favorite passage and repeat it back to your quarry later in the conversation to make him or her feel very special. You now share a private joke, just like long-time lovers. Прием номер 36. Личные шутки. Для создания преждевременной близости внимательно прислушивайтесь, когда ваша новая добыча рассказывает какую-нибудь историю. Выберите фразу, явно доставляющую ему или ей удовольствие. Запомните ее любимый пассаж и снова повторите его в разговоре с вашей добычей, чтобы он или она почувствовали себя совершенно особенными. Так вы поделились личной шуткой, как настоящие влюбленные. As with all sensitive communication techniques, you must heed a few cautions. Caution number one. Only choose events where your quarry shines, where he or she was the hero of the story, not the buffoon. Some people tease their friends about the time they spilled the drink.
lost the keys, cracked up the car, or slipped on the banana peel. That's called heckling. And it has the opposite effect. Как и со всеми тонкими коммуникационными приемами, вы должны обратить внимание на некоторые предосторожности. Предосторожность номер один. Выберите только те ситуации, в которых ваша добыча отличилась, когда он или она были героями истории, а не шутами. Некоторые люди дразнят своих друзей, напоминая им о случаях, когда они пролили напиток, потеряли ключи, разбили машину, поскользнулись на банановой кожуре. Это то, что называют подколками, и они производят обратный эффект. Caution number two. After you hear your quarry's story, let some time pass before you invoke the private joke for the first time. The longer the interval, the stronger the punch. Предосторожность номер два. После того, как вы услышали историю от вашей добычи, переждите некоторое время, прежде чем будете использовать личную шутку в первый раз. Чем больше этот перерыв, тем сильнее эффект. Not only does creating a private joke with a new quarry work wonders for giving a relationship lift off, it also softens rough edges that surface later on. To this day, whenever Charles comes up with a suggestion I don't like, I simply say, "Oh, do let's have a cup of tea first." He laughs every time. Charles enjoys my story so much that he forgets I am disagreeing with him, and I usually get my way. Личные шутки хороши не только для того, чтобы дать толчок отношениям с новой добычей. Они также помогут вам сгладить острые грани в отношениях, появляющиеся в дальнейшем. С того дня всякий раз, когда Чарльз выдвигает идею, которая мне не по нраву, я просто говорю: «О, давай-ка выпьем сначала по чашечке чая». Он каждый раз смеется. Чарльзу так нравится эта шутка, что он даже забывает, что я не согласна с ним, и обычно дело идет по-моему.